Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате обрушившихся на Японию сильных снегопадов. За прошедшие сутки в некоторых регионах выпало больше 80 сантиметров снега. Это привело к задержкам вылетов самолетов, сбоям в движении поездов, а также отключениям электроэнергии. Вместе с обильными снегами в Японию пришли и холода. Температура воздуха в поселке Рикубецу на Хоккайдо опустилась до минус 26 градусов.